А почему у меня выделен значок ноты именно? Может, надо вырубить музыку? Странно. Вот здесь, наверное, и кроется секрет успеха. По какой-то причине... А, блин! Это говно. Это просто на заднем плане. Ну как оно так идеально встало, чтоб меня запутать? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы вновь возвращаемся в Dead Level Again 3. Потому что 3, Dead Level Again 3, как я интересно сказал. Ну, короче, опять этот уровень 3. Да, мы снова возвращаемся в эту игру. Я такой в прошлой серии подумал, что я уже все прошел, а оказывается, ни хрена. Оказывается, вот эти вот уровни, это, блин, не прошлые уровни, которые я проходил. Я-то думал, ну, по логике вещей, что я прошел игру, вот эти вот уровни, это просто возможность, типа, попробовать еще раз там перепройти какие-то моменты. А оказывается, ни хрена. Оказывается, если мы нажмем один, вот если мы нажмем один, да, то мы, вот получается, вот где. Видите, привет, привет мне девочка говорит. Девочка мне говорит привет, я ей тоже говорю привет, сделай мне, дорогуша, ты... Омлет, да, омлет, ничего такого вы не подумайте, да, просто голодный головастик очень. Препятствия, смотрите, 8 уровней тут будет, и я вот думаю, как раз вот, вот это уже точно значит, наверное, по идее будет финальная серия. Ну, я не знаю, если что-то еще не появится. Препятствия, я так понимаю, если я попробую прыгнуть, то он на что-то наткнется и... Да нет, все хорошо, как бы, верь в себя. Окей, верь в себя. Это взять его, наверное, пальцем и пере... Нет, это не работает. Просто идти вперед. Нет, просто перепрыгнуть. Тоже... А, смотрите, там можно, наверное... Там можно на что-то зацепиться, по-моему. Вот, точно, точно, точно. Пока легко, пока достаточно легко. Что это за хрень? IQ-тест. Я должен перенести в вопросительный знак как... что-то или что? Что я должен сделать? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так, тут он просто ходит, да? О, смотрите, я могу нажимать на эти кнопочки. Вот, вот это сбоку, видите? И, один, и, да? Смотрите, один, 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 два, это как бы, ну, по идее, тут должна быть... Как его перетянуть, я не понимаю. Или это я выбираю, а потом, типа, иду. Или что? Непонятно. Вот, допустим, я выбрал такой вариант. Нет. Выбрал такой вариант. Нет. Я все надеюсь, что если я нажму правильно, то появится мостик или еще какая срань. Нет, это так не работает. Это так не работает. Хорошо. Что мы можем сделать? Может быть, мне надо... Может быть, мне надо что-то... Может, мне надо выйти в главное меню, кстати говоря. Нет, ни хрена. Это четвертый уровень, да? Слушайте, а тут подумать-то придется, наверное, IQ-тест. Двигать как-то пальцами я ничего не могу. Вот, знаете, я думал, может быть, как в пятнашках надо будет передвигать, там, тройки, двойки, единицы. Я пытаюсь двигать сейчас внутри этой таблички, ни черта не двигается. Двойка похожа на паузу, это что-то значит? Нет? Нет, тут я опять могу вот клацать, нажимать на эту срань, и это, в принципе, ничего ровным счетом. Так. Я... Подождите, сейчас я покажу, что я сделал, секунду. Выходит, это я правильно понял или нет? Ну-ка, четвертый уровень, смотрите. Я нажал вот там, где IQ, я нажал на букву I. Вот, вот оно в чем прикол. То есть, да, ясно. Нужно вставить римскую цифру 1 в вопросительный знак, а она вот там, где IQ написано. Понятно, все, это хороший прикол. Прям прикольно так придумано, мне нравится. Хорошая загадка. Найди все цветы. Но это, конечно же, не так просто, да? То есть, что я взял пальцем, потеребил, типа, и все нашел. Еще будет? Или не будет? Давайте думать. Так, найди все цветы. Все цветы. Какие еще могут быть цветы? Вот здесь вот есть что-то похожее на цветы? В главном меню, может, есть цветы. Вот. Да, то есть, правильно. Ой, не то открыл! Не то. Какая нахрен история? Нет, история, это да, это не то. Сейчас, переходим обратно. Уровни. Блин, история и уровни, это разные вещи, блин. Все, я нашел, и вот это мадам, значит, меня ждет, слушайте. Ну что, пока я хорошо справляюсь. Пока что эти уровни я прохожу. Коробка. Я не могу уходить. Я нажимаю на коробку. Я пытаюсь пальцами как-то передвигать коробку, тянуть ее куда-нибудь, что-нибудь, как-нибудь. А, понятно, ну да, как, что исследовал. Хорошо, а что мне надо? Мне надо оказаться на той стороне с этой моей телкой, да? Естественно, для этого... Ты там это, мадам, извини, если тебя немножко тошнить будет после всего этого. Давай, 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 перемещать.
Блин, как же это сделать? Сейчас, подожди, давай коробки мы тогда куда-нибудь просто в днище там. Пусть они улетят. Нет, так не работает, да? Блин, и что мне делать? Я почти до нее добрался. Родная моя, дорогая моя. Скинь коробку мне на голову, мне все насрать. Так, выдержим. Голова у меня твердая. Так, IQ тест 2. Ну, по логике вещей что? Мне как бы игра намекает, что я должен взять, перетянуть вот это сюда, да? Вот это перетянуть, вот это, то есть перетянуть вот... Ага. Но! У меня это маленьких размеров. Может, надо растягивать как-то? Вот двумя пальцами я пытаюсь. Тап-тап-тап-тап пытаюсь. А, возможно, смотрите, в этот квадрат большой надо перетянуть паузу. Потому что она квадратная, она больше по размеру подходит, нет? Вот-вот как-то вот перетянуть вот что-то из... Смотрите, а почему... А почему у меня выделен значок ноты именно? Обратите внимание, у меня значок вот... Может, надо вырубить музыку? Так, и теперь перетянуть что-то или что? Не знаю, почему-то оно выделено, блин. Странно. Вот здесь, наверное, и кроется секрет успеха. По какой-то причине... А, блин! Ах ты говно! Это просто на заднем плане! Ну как оно так идеально встало, чтоб меня запутать? Ну как это так? Ну зараза, а? Вы представляете, такие совпадения раз на миллиард лет случаются, наверное. Так, хорошо, а что тогда надо делать? Может, надо вот эту стрелочку перетянуть? Подождите, я должен добиться того, чтобы появился мостик опять, да? То есть моя задача, чтобы опять появился мостик. Смотрите, может быть нужно. Может быть нужно совокупить, например. Вот это и, например, вот это, да, как-то. Как-то одновременно все это... Подождите. А, стоп, а если просто... Да, а если проще сделать? Если я просто сейчас переставлю эту срань и прыгну, перепрыгну по ней. И круглая также. Может быть, в этом соль? Сейчас проверим. Он по ним прыгает вообще? Да, он по ним прыгает. Ну, собственно, и все. Вот тебе весь IQ-тест. Все проще гораздо. Другой путь. Назад пошли. Блин, реально что ли? Да как я сразу это так... Это не... Да так даже не интересно. Давайте мне что-то посложнее. Я не дам ей исчезнуть. Ну, тут я не знаю. Смотрите, тут я не знаю, что нас ждет. Давайте подходим к ней. Она исчезает, да? А я должен не дать ей исчезнуть. Как это сделать? Я проиграл, наверное, да? А, или это просто так? Ну, давай начать заново. Я не дам ей исчезнуть. Так, подождите, а вот я просил, вот я получил. Сейчас мне надо будет Чё за психодел пошел? Что за срань? Мне нужен свет. А, понятно, ну, нам надо сделать ярче. Ой! А, лампочку я включил, блин, я просто клацал вот так по всему телефону пальцами. Короче, я клацнул на лампочку. Надо, говорит, найти свет. Смотрите, вот мы вдвоем ходим одновременно. Переключаться между ними не нужно. Переключаться не нужно, мы вдвоем ходим одновременно. У нас тут все перепуталось, все забагованное нахрен, все через жопу. Мне надо найти свет, то есть добраться до лампочки, правильно? Так, интересненько. Интересненько, И зачем я сделал то, что я, блин, сделал? Чё-то лифт какой-то. Так, ладно, хорошо, давай. Ой, тихо. Да, стоп. Да, блин. Дайте спокойно перепрыгнуть. Не получается, да? Видимо, не так это будет просто. Пауза не работает. Ну, то есть, ничего, игра как бы сломалась. Главное меню выйти тоже не получается. Мы великие хакеры. Мы великие лысые маленькие глазастенькие хакеры. Вот. Как-то вот мы так умудрились все сделать, что у нас по итогу... все через жопу, игра сломана. А, я могу прям конкретно зажать пальцем паузу. И тогда останавливается вот эта срань. Так, блин, ну тогда легко. Тогда мы сейчас разберемся. Ой. Это я свет так нашел? Ну, у меня есть что-то, да какая-то елда, смотрите, стоит. Ну-ка. Зачем она? Пока непонятно. Может быть, для того, чтобы прыгнуть... О, смотрите, ей удалось запрыгнуть. Класс. Очень за нее рад. Так. Теперь сюда. Теперь... Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, где-то там лампочка же, ну. Что-то она... Ни хрена она не нашла свет, вы знаете. Нам, наверное, вдвоем надо это сделать. Вдвоем надо сюда попасть. Теперь... я могу? О!
Ой. Я что-то там нажал. Теперь тут нажал. А, это я так между комнатами? Охренеть. Что за бред? Конец. Это было веселое путешествие. Ну, кстати, да, игра очень классная. Спасибо, что помог нам. Да не за что, ребятки. Всегда зовите, если что. Давайте в четвертой части еще увидимся с вами, я думаю. Пока. Все, смотрите. Помог я замечательным, что называется, Ромео и Джульетте, да, лысому и волосатой, соответственно, обрести свою любовь. По-видимому, это все, да. Вот мы можем выйти в меню, мы можем выбрать уровни. Последний уровень, он будет как раз... Да, он как раз будет вот это все. Ну, короче, ясно. Короче, я, судя по всему, прошел. Можно расчистить, да? Ну-ка, сейчас. Сейчас что-то расчистим. Что тут у нас такое? Что вы от меня скрываете, а? Слышь, вы, любовнички. Вы что от меня скрываете, а? Вы где вообще находитесь? Что там? Что там сзади? Секс-шоп, небось, да? Секс-шоп для лысых головастиков, небось, сзади, да? Поэтому стесняемся, не показываем. Да нет, вроде все... Все вроде бы вполне себе, знаете, так, я бы сказал, культурно. В общем, не знаю, ребята, что-то мной овладела какая-то жажда перфекционизма, и я решил очистить это прям все до последнего квадратика. В общем, все, заканчиваем. Заканчиваем That Level Again 3. На этот раз это уже... 3, да. That Level Again 3, опять. На этот раз это уже, что называется, полностью конец. Мы уже там все концовки нашли, все пути прошли, все уровни прошли. Все двери нужные открыли. И любовь свою нашли, все сделали как надо. Впереди That Level Again 4, но это будет уже потом. Эта часть, кстати, реально классная, она мне понравилась больше, чем предыдущие. Тут и история своя есть, и кооператив с девочкой есть тоже, что интересно. И разные как бы режимы, там одна концовка, другая концовка. Ну, то есть вы видите, разработчики развиваются. Не знаю, что там еще в четвертой части, поживем увидим. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.